Конец учебного года для школьников – особая пора, где одни с нетерпением ждут начала долгожданных летних каникул, а другие с волнением готовятся к выпускным экзаменам. Главной целью для всех выпускников школ является успешная сдача проводимых государственных итоговых аттестаций, поскольку положительный результат сданных экзаменов позволяет достаточно просто и прозрачно поступить в высшие учебные заведения. Сегодня в трех школах города около 1500 учащихся 9 классов сдают государственную итоговую аттестацию. 6-я школа, гимназия номер 1. Все проходит отлично. Сдаем русский язык. И вот недавно прошло по математике, очень хорошо даже сдали. Желаю, конечно, всем удачи и чтобы сдали, конечно. Начальник управления образования Руслан Ибрагимов рассказал о добавлении в процедуру проведения государственной итоговой аттестации некоторых обязанностей и прав участников, связанных с выбором сдачи дополнительных предметов, успешное прохождение которых позволяет выпускникам по желанию поступить в среднеспециальные учебные заведения. Руслан Ибрагимов также отметил, что сотрудниками городского отдела внутренних дел в полной мере проводится работа по обеспечению правопорядка и о том, что проблем и вопросов по организации и проведению единого и основного государственного экзамена не возникает. Вот сегодня 6-й день уже проводим экзамены. Практически замечаний таких явных нету. Дети все, значит, будем говорить, прошли подготовку в школах. Мы порядка 100 тысяч тестов решали с 11-классниками. Где-то порядка 85 тысяч тестов решили с 9-классниками. Надеемся, что дети наши покажут хорошие знания, мы рассчитываем на это. В прошлом году у нас было, по сравнению с позапрошлым годом, увеличение на 8-10 баллов, средний балл. Но надеемся, что в этом году тоже будет увеличение. Успешность сдачи любого экзамена в первую очередь зависит от уровня подготовленности учащегося к дисциплинам, но также нельзя исключать тот момент, когда положительный результат намного зависит от осведомленности обучающихся и их родителей с процедурой проведения экзаменов, что повышает тревогу и ограничивает возможность оказания конкретных действий поддержки в плане создания условий для обучения и развития здоровой, успешной, психологически зрелой личности. Поддержать выпускников пришли родители и классные руководители учащихся, которые с волнением ждут начала экзаменов. Переживают здесь. Сегодня еще их мало, а в другие дни тоже очень много было. Переживают, конечно, за своих детей. Как я желаю всем детям, кто сдает экзамен, чтобы они удачно сдали их. Всем ни пуха, ни пера. По словам организаторов, вся процедура проведения итоговой аттестации проходит объективно и открыто, без нарушений и замечаний. С момента регистрации каждый учащийся работает индивидуально на протяжении всего времени прохождения экзамена. С напутственными словами в адрес выпускников выступил начальник городского управления образования Руслан Ибрагимов, пожелав всем успешно сдать экзамены, поступить в высшие и средние учебные заведения и найти свое место в обществе. Зарема Хайбулаева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».